يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители, в эфире передача, посвященная месяцу Рамадан. В гостях у нас шейх Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Курбан, в последней передаче мы с вами остановились, как было сказано, довольно-таки важные, особенно в наш век, проблеме того, во-первых, что такое, мы говорили как бы в контексте того, что есть определенные времена, в которые Всевышний, скажем так, не Всевышний, в котором мы должны отдаляться, то есть максимально пытаться оторваться от мирского, и возник вопрос, что такое это мирское. И как нам как бы понимать, что какое-то действие, это даже не то, чтобы не мирское, это наоборот поклонение. Как, например, не знаю, может не совсем удачно, допустим, просто пить воду. Человек просто нуждается пить воду. То есть для него это хоть и вроде бы материальная вещь, но это ему нужно для жизни. Или, скажем, другие какие-то проявления поклонения, которые нужны ему для правильной жизни, для правильной психологии, это тоже важно. И как нам дифференцировать мирское, то есть, потому что большинство людей не понимают этого. Если вы можете, пожалуйста, продолжить эту тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Но прежде чем попытаться разъяснить этот вопрос относительно мирского, на самом деле здесь нет чего-то сложного. И нет смысла на самом деле долго на эту тему говорить. И я чуть позже попытаюсь дать понять, почему. Но вопрос, который, насколько я помню, мы обсуждали в прошлый раз, в чем же особенность, в чем смысл вот этого поста, то есть зачем мы постимся, что из себя представляет, почему месяц милосердия и прощения Бога, Бог приписывает именно вот этого деяния, пост. Ну, как и в празднике, да, надо заметить, то есть проявление праздника, радости мусульман, оно всегда сопряжено с постом, или я путаю что-то? Да, имеется предание, что пост это именно признак радости, признак праздника. То есть это проявление праздности, праведной праздности, не той... Праздность, веселье, радости имеете в виду? Праздность просто имеет смысл, по-моему, ну, праздность, праздник. Праведная праздность, именно религиозная праздность, она имеет особое значение. Особое религиозное значение, духовный смысл имеет. И является чем-то благородным, является ценным для человека, в отличие от мирской праздности. Мирская праздность, она, наоборот, губительна. То есть это чувство заложено в человеке, но в разных проявлениях оно играет абсолютно противоположную роль. Но вопрос в том, зачем Бог обязал постом? И говоря о том, что этот месяц является месяцем стояния как богослужения в первую очередь, потому что символом богослужения в исламе является именно стояние. С этого начинается. То есть это является таким вот
то, что в первую очередь бросается в глаза, то, что наблюдает человек со стороны, видя поклоняющегося мусульманина. Это состояние. И с этого, и это начинается, так и начинается молитва, и молитва является вот этой изюминкой и сердцем поклонения мусульманина. С этого начинается его поклонение, не с поста. Вот есть люди, к сожалению, величайшему сожалению, которые держат пост, но не молятся. Пост хорошо, то, что не молится, плохо, это очень плохо. Это просто омерзительно. Потому что суть поклонения, смысл поклонения, изюминка поклонения именно в молитве, именно в пятикратной молитве. Пост — это хорошо, опять-таки, мы не осуждаем, что этот человек постится, мы осуждаем за то, что он не молится. Это плохо. С этого должно начинаться богослужение. И киям — богослужение, это богослужение. Но его смысл, смысл богослужения, внутренний смысл, глубинный смысл богослужения — это устремленность к Богу. И пост — это то, что служит этому. Почему? Потому что Бог обязывает. Человек не имеет здесь выбора. Человек не имеет права. Не имеет права сам выбирать, поститься ему или не поститься. Он в этом не имеет права. И не имеет права, мы в каком смысле? В таком смысле, что он будет за это наказан. Это как законы уголовные, гражданские и другие законы. Не имеешь права воровать, но это не значит, что он не сворует. Нет, он может и своровать, но за это будет наказан. Так же и здесь. Бог обязал постом. А если, извиняюсь, человек, допустим, более изощренный, понимающий в исламском праве, использует какие-то лазейки, допустим, выезжает за город каждый день, определенное расстояние, чтобы как бы быть в статусе путешественника, и, соответственно, с него спадает. Этот вопрос имеет две стороны, как и любой подобный вопрос. Любой подобный вопрос имеет две стороны. Лазейку имеет, да? То есть как попытка избежать человека какой-то нагрузки? Нет, вопрос. Вопрос вообще относительно шариата. Угу. Шариатский вопрос. Мы спрашиваем, можно это, можно то, как вообще... Каково отношение ислама к тому или иному деянию, к тому или иному действию? У ислама есть всегда два отношения. Ислам – это очень глубинная религия. Она не отвечает на вопросы прямо так односторонне. Под одну гребенку, так скажем. Не отвечает. Он говорит, здесь есть два аспекта. Первый аспект – это внешний аспект. Внешний аспект таков, что... Это не возбраняется, разрешается. Почему? Потому что есть разные ситуации, есть разные моменты, есть разные случаи, есть разные люди, есть разные обстоятельства, в которых оказываются эти люди. А внутренняя сторона, она уже возлагается на самого человека. То есть моральная часть этого вопроса возлагается на самого человека. То есть это человек сам, он будет морально, то есть он должен сам морально себя оценивать, насколько это правильно. Потому что ситуации бывают разные. Возможно, человек оказывается в очень сложных ситуациях в таком случае. То есть в этот месяц он может выехать. Он должен оценивать это для себя самого и перед своим Богом оценивать, насколько этот поступок справедлив. Но внешне это, в этом нету ничего, не возбраняется. Можно это делать. Внешне это не возбраняется. Извините, но есть внутренняя часть вопроса, духовная часть вопроса. В таком случае, если каждый человек согласно своему чувству, скажем так, действует, да, это не может привести нас, не может ли это в рамках, допустим, озвучиваемой вами концепции привести нас к тому, что каждый человек будет говорить «мне так кажется». Как, допустим, это обстоит со временным браком. Да, абсолютно, пускай говорит. То есть каждый человек имеет право говорить, пускай мне кажется. Здесь нет ничего плохого. Почему? Потому что это вопрос внутреннего мира человека. Это не вопрос внешнего. Потому что внешне это разрешено. Внешне то разрешено. Внешне это разрешено. Это разрешено. Внешне разрешены те или иные деяния. Но
Помимо этого, почему? Потому что какое-то определенное деяние под каким-то определенным названием, да? Ну, например, самый простой пример, который мне сейчас приходит в голову, например, обнаженный торс. Ислам говорит, что ну, обнажать торс не перед чужим, допустим, перед женщиной, которая не является женой. Да? Это, то есть под этим названием это деяние не возбраняется, не запрещается. Но имеется внутренняя сторона вопроса, имеется сторона вопроса, которая возлагается на него самого. Почему не возбранять? Потому что ситуации бывают разные, случаи бывают разные. Это не настолько, то есть не настолько запретное деяние, чтобы ее взять и под одним названием запретить. Но есть внутренняя сторона вопроса, который сам человек сам себя должен обязывать этим. Должен отчитываться перед самим собой. И в этом нет ничего опасного, ничего смертельного, ничего губительного в этом нету. Сам человек. И, в принципе, это нормально, потому что на него самого это возлагается. На него самого, если он сам говорит, кому-то озвучивает, ну пускай озвучивает, это никакого значения не играет. Потому что в любом случае, да. Я просто, может быть, не совсем точно выразился. С той точки зрения, смотрите, допустим, актуальная сегодня, наверное, во всех обществах нынешних мира, проблема многоженства. Мы знаем, что многоженство, по сути своей, оно призвано решить многие проблемы общества. Потому что, ну, последствия, тот, кто знает, не будем распространяться, неизвестные, отсутствие такового. Так вот, но привычка. Сегодня у людей, они говорят, я считаю, что мне вот не нравится. Это хорошо, мы говорим, человек, тебе не нравится. Но ты пойми, мы говорим, что тебе нравится и тебе не нравится. Морально то, что ты себя чувствуешь, должно исходить из целесообразности вопроса, из того, что об этом говорит ислам. Допустим, в каких-то народах мира человек, ревность развивает, то есть у нас в исламе есть такое понятие, не совсем правильно понимаемое, ревность. Люди доходят до того, что брат ревнив относится к сестре, что она в принципе, допустим, сестра у него общается для того, чтобы выйти замуж. У них серьезное, все в рамках принятой морали в этом обществе. Но брат, понимаете ли, думает, что он должен проявлять ревность, потому что в ревность в исламе вещь поощряемая, и по своему чувству я имею в виду вот такие ситуации. Ревнуют и начинают вот как-то непотребно себя вести. Я к тому, что вот это чувство... Как нам правильно понять? Это мое субъективное мнение, потому что у меня какие-то предрассудки, какие-то стереотипы. Ошибки бывают у всех людей, это естественно. А чем руководствоваться? Ничего не поделаешь, люди бывают разные, кто-то умеет объективно оценивать, кто-то не умеет объективно оценивать. Здесь трудно сказать. Мы говорим о стремлениях, к чему нужно стремиться. Стремиться нужно оценивать себя. Ну, обычно такие ошибки происходят, если происходят такие ошибки, то происходят они потому, что человек не руководствуется своим внутренним пониманием, тем реальным пониманием. Но есть множество факторов. Он оглядывается на окружающих, оглядывается на своих друзей и так далее и тому подобное. Много факторов, которые реально не являются ценными и важными, но он воспринимает в силу своей слабости, воспринимает их важными. В любом случае, возвращаясь к теме, к теме кияма, к тому, что в этот месяц Бог обязывает человека поститься, так зачем? Потому что этот месяц является киям, и пост является вступлением, является предпосылком, является подготовкой к тому, чтобы что может быть еще лучше, лучшей подготовкой к этому, чем отказ. Отказ от того, что занимает человека на протяжении его всей жизни. Его дня. Это еда, это и множество других вещей. Это питье, это еда, это желудок в первую очередь, который играет колоссальную роль во всей жизни человека, в его мышлении, в его личности. Да, его восприятии окружающего, его отношении к окружающим, к другим.
просто колоссальную роль играет. Курбан, извиняюсь, у нас время подошло. Да, я добавлю одно предложение. Но здесь дело не только в отказе от еды, есть еще множество вещей, которые, от которых человек должен отказаться. Это лицезрение того, что запрещено в том числе. Например, в качестве примера, это язык, удержание языка, извиняюсь, Курбан, удержание если взора. Если вы не против, после паузы мы подробно и спокойно обсудили бы это. После паузы мы вернемся в эфир. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا Мы вновь в эфире, уважаемые телезрители. Курбан, в принципе, наверное, для каждого человека понятно, если чуть-чуть подумать, какую роль играет этот желудок и почему отказ от еды, как раз и воды, это самое близкое, наверное, человеку, то, что он всегда вынужден в силу как бы бытности человеком, скажем, организмом, вынужден заниматься. То есть, в принципе, это все понятно. Я думаю, даже наши уважаемые телезрители, представив это, могут себя оценить. Может быть, вы забыли изначально вопрос, который звучал. Как нам разграничивать? Я бы просто думаю, это важно, поэтому возвращаюсь. Как мы можем разграничить нечто, допустим, делаемое нами, это в рамках религии, и это поклонение, потому что является частью, необходимой частью нашей жизни для правильного функционирования как тела, так и духа. Допустим, какие-то темы люди табуируют, запрещают, да, то есть считают это аморальным обсуждением, хотя в исламе это не аморально. И к тому, что то есть, эти вещи, они призваны не только, то есть это не только телесная составляющая, одна и духовная, а духовная составляющая нам нужна как раз-таки для нашей следующей жизни. И, соответственно, это уже не мирское. Так как нам понять, что такое мирское, что такое не мирское? Опять-таки, вопрос намного более проще. Простой, чем кажется. Он может казаться сложным, но он намного проще. В первую очередь нужно понимать, что является целью, то есть с этим мировоззрением, с религиозным мировоззрением, с исламским мировоззрением, которое гласит, что эта жизнь, она является временным пристанищем, этот мир является временным пристанищем и местом, где человек должен запастись. Местом, где человек должен запастись, как говорит имам Али, алейхиссалату вассалам, в Нашуль-Балагу, он очень коротко, буквально в трех предложениях, ясно и коротко говорит, он описывает этот мир, в чем суть этого мира. Он говорит, что это пристанище, где он должен собрать провизию для долгого пути, для долгого и сложного пути. Провизию для долгого и сложного. Вот смысл этой жизни. Вот смысл этого мира. И здесь, с этим мировоззрением, с этим пониманием действительности, нужно оценивать, нужно понимать, что является целью, а что является средством. Что является целью, а что является средством. И с этим пониманием все проясняется. Человек тратит деньги на свое здоровье, занимается спортом. Занимается для чего? Для чего он этим занимается? Для того, чтобы выйти на подиум в одном нижнем белье и демонстрировать свои мышцы другим. Это уже называется перепутал человек цель и средство. Он перепутал цель и средство. Спорт как поддержание здоровья, поддержание физического состояния. Для чего? Зачем это нужно? Для того, чтобы
Он мог служить, служить своей цели, стараться ради своей цели, чтобы не быть беспомощным человеком, слабым, больным и беспомощным человеком, который не способен работать в своих интересах. Например, та же самая молитва, тот же самый пост и множество других благих деяний, которые требуют от него. Даже эта научная деятельность, как это ни странно звучит, очень плохо, отрицательно влияет на здоровье человека. И человек, занимаясь спортом, может поддерживать, чтобы дальше этой научной, этой благородной деятельностью заниматься. Это правильное понимание того, что такое спорт. Это отношение к спорту как к средству. Ну а если относиться как к цели, это уже превращается в бедствие для человека, превращается в катастрофу для него. И то же самое относится к всему еды, относится к деньгам, относится к работе, относится к семье в том числе. Все это, когда превращается в цель, то есть представьте себе, что человек находится в определенной местности, в каком-то городе, например, ему предстоит перейти огромнейшую пустыню. И в этом городе его задача запастись верблюдом, запастись водой, запастись провизией и отдохнуть как следует, чтобы выдержать этот переход через эту пустыню. Потому что пустыня очень многих убивала. И редко кто выживает в переходах через пустыню. Ну, сейчас-то есть средства, самолеты, вертолеты и так далее, машины. Но в прошлом, когда люди передвигались исключительно на животных, это была проблема. Так вот, представьте себе, этот человек, вместо того, чтобы думать о том, как перейти, всю его мысль поглощает провизия, всю его мысль поглощает верблюд, например. Он ищет не здоровых верблюдов, а ищет красивых верблюдов. Ищет не питательное, калорийное что-то, и легкое, а что-то вкусное, например. Это называется, человек перепутал средства и цель. И он погибнет, этот путь он не выдержит. Так же и с нашей жизнью. Мы, когда путаем это средство и цель, нельзя путать. Имам Али, алейхиссалату вассалам, когда его спросили про аскетизм, его светлость сказал, что аскетизм – это всего лишь один аят священного Корана. Он привел всего лишь один аят и сказал, вот аскетизм. В этом аяте то, что мы хотим донести, сказано очень ясно, коротко и красноречиво. В аяте сказано, что не огорчаются, когда теряют, и не радуются, когда получают, не когда обретают. О чем? О мирском. То есть, когда это средство, с помощью которого он к чему-то стремится, он не привязывается настолько к этому средству, что, потеряв его, не огорчается. А обретя это средство, он не радуется, потому что это всего лишь средство, которое должно ему помочь. Должно. Цель-то в другом, цель-то он видит совсем другую. И поэтому, если мы правильно отнесемся ко всему, это свойство имеет практически всякая вещь, абсолютно всякая вещь, с которой мы сталкиваемся в этой жизни. Да. В том числе средства для передвижения, когда это превращается в цель, а не в средство для передвижения. Когда... Иван, разрешите уточнение. Что подразумевается под радостью и не, или огорчением в контексте, допустим, человек понимает, скажем, что семья, что это такое, что это средство, не цель. Но он радуется, тем не менее. Но как радуется? То есть, что это разные виды радости? То есть, любой человек, в принципе, испытывает какое-то приятное ощущение, что у него родился здоровый ребенок. И также он его что-то допечалит. То есть, он не может совершенно никак не испытывать никаких эмоций. То есть, что имеется в виду под этой радостью и огорчением? Ну, опять-таки, это состояние, душевное состояние человека, которое названо аскетизмом, и то, что имам Али, алейхиссалату вассалам, разъяснял, оно имеет разные уровни, разные степеня. Человек, один аскет отличается от другого аскета, в том же самом отличается своим аскетизмом. И это, конечно, является пределом. Если человек радуется, и это для него огромная радость, мы не говорим это плохо, но мы говорим, это не аскетизм.
И аскетизм, он намного выше. И когда мы, если мы говорим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получив, когда у него родился ребенок, или когда у него родился внук, он обрадовался только потому, что это его внук, или обрадовался только потому, что это его сын или дочь, мы говорим, здесь нет никакого аскетизма. Uh-huh. Да, радовался, но почему? Не потому, что приобрел сына или внука. То есть мыслил он объективно, а не субъективно в данном. Конечно. Это, мы говорим про аскетизм же. Вы говорите, он радуется. Ну хорошо, радуется, все прекрасно. Но мы говорим, это не аскетизм. Конкретно? Мы говорим про аскетизм. Что из себя представляет аскетизм? Мы говорим, что аскетизм, имам Али алейхиссалату вассалам ясно и четко дал понять, что это аят священного Корана. Что за аят? Вот упомянутый ранний аят. Радуется тому, не радуется тому, что приобрел, и не огорчается тому, что потерял. Потерял работу, не огорчается, потому что уповал, он цель его на месте, она никуда не делась. Довольство Бога, близость к Богу, она никуда не делась. Она и достижима и без работы, и без денег, и без машины, и без дома. Наоборот, эти вещи, они отягчают положение человека. И дом его привязывает к определенной местности, и машина. И работа хорошая, все это его, это все является неким покрывалом. Мы не говорим, это плохо, но это влияет на человека, влияет отрицательно. Человек должен быть сильным, чтобы на него это не влияло отрицательно, чтобы это не влияло на него пагубно. Курбан, я извиняюсь, время подошло к концу, мы вынуждены закончить на этом. Мы прощаемся с уважаемыми телезрителями, до следующей встречи, иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Yeah.